А вот эпизод из Бхагавадгиты или Шримад-Бхагавата о спасении Гокула от гнева Индры, короля полубогов, повелевающего дождем. Однажды Кришна попросил жителей деревни Гокул прекратить воздавать молитвы Индре и совершать ритуалы, ублажающие его и умоляющие его дать людям дождь. Вместо этого он попросил людей молиться горе Говардхан, которая исполняет нужды жителей этой деревни. Целью этой просьбы Кришны было усмирить гордыню бога Индры, который не выполнял своих обязанностей. Кришна убеждал жителей, что если гора Говардхан будет одаривать их всем, в чем они нуждаются, то они будут благодарны и будут посвящать молитвы ей, а не Индре. Когда Индра узнал об этом, он рассердился и решил проучить Кришну и жителей этой деревни. Он попросил тучи пойти на Гокул и разразиться страшной грозой с громом и молнией, чтобы на деревню с ее жителями хлынул дождь и шел до тех пор, пока он не разрушит всю деревню и не убьет все вокруг. Сильный ливень напугал людей, а их дома, хозяйство и вещи пришли в негодность. Жители обратились к Кришне за помощью, а Кришна приподнял гору Говардхан на ногти мизинца левой руки, попросил всех жителей со своими коровами зайти под сень этой поднятой в небо горы и спас их. В течение 7 дней Индра проливал дождь, но не мог навредить ни единому человеку. Он вымотался и был изумлен. Он осознал силу Господа Кришны и сдался на его милость, прося защиты и благословения. Кришна простил Индру и попросил его выполнять свои обязанности, как полагается. Он опустил гору Говардхан на землю, когда все пастушки и пастухи вернулись в свои дома с стадом. Каждый год в один и тот же день жители деревни Гокул молятся горе Говардхан за ее доброту и плодородие. Yeah.